Кажется, солидный профессор Каплан впал в детство. Но это не детские забавы. В лихие повороты модель входит, движимая только силой его мысли. Любители запредельного могут расслабиться. Сигналы мозг Каплана передает через шлем на голове. Методика и рассчитана на то, чтобы работать с человеком, который полностью обездвижен, он не может ничем владеть своими мышцами. Но он может владеть своим мозгом. Мы проходим узкими коридорами здания МГУ в лабораторию Каплана. Я вижу поворот и обхожу препятствие. Просвет в двери, значит, мне прямо. Все это электрические сигналы от глаз к мозгу, а от него к мышцам. Первым делом мы должны вам одеть электроды. Электроды, датчики, которые, собственно, должны контактировать с кожной поверхностью черепа. Вот для этого у нас такая шапочка есть. Угу. То есть вы будете снимать энцефалограмму? Да. Данные энцефалограммы – это фактически следы внутренней информационной работы моего мозга. Научившись управлять ею, я смогу управлять предметами, в буквальном смысле силой чистого разума. Сейчас вот я ставлю электроды. Это как раз будет зрительные зоны, левая зрительная доля. Следующее у нас будет правая. Задача ставится так. Без всякого нажатия на клавиши мне нужно напечатать слово или предложение, только представляя перед собой буквы. Меня запирают в камере Фарадея, клетки, не пропускающие сигналов извне. Эта камера, она экранирует от внешних электрических полей. Теперь я задумываю слово, которое храню от окружающих в секрете. Мысленно выбирая нужную букву, я постепенно его напечатаю. Никто не знает, что я придумал. Естественно, да. Итак, я задумал букву и мысленно концентрируюсь на ней в таблице алфавита. Это буква М. Появилась первая буква. Первая буква? Это у нее есть правило. Выбрана команда Backspace. Первое слово из четырех букв. И сразу три ошибки. Мне уже хочется взять слово покороче. Становится понятно выражение. У меня есть мысль, и я ее думаю. Слово набрано. Нам приятно, что это слово «мозг». На мою энцефалограмму наслаиваются более мощные грубые токи от сердца и сосудов. Нервы сдают. Но белая шапочка продолжает в этом шуме выискивать тонкий писк букв «Р» и «У», который раздается из моей головы. Я все-таки это сделал. Мозг рулит – это, конечно, пустяки. Пока чемпионом остается девушка, написавшая своими мозговыми токами. А почему люди не летают? И вопросительный знак ведь еще поставила. Павел, у вас замечательный результат. Исследование закончено. Это первое действие в моей жизни, которое я осуществил без помощи мышц. Мы пишем на бумаге, работают мышцы рук. Говорим, мышцы гортани. Даже глупая смс-ка «Как дела?» – это тоже движения, которых мы не замечаем, пока способны их совершать. Представляете, человек, который не имеет возможности контакта ничем иным, ни мышцами, ни голосом, ни глазами, и вдруг он получает курсор в свое распоряжение, курсор на компьютер. Это мелочь, которая достаточна для того, чтобы войти в мир интернета.